Проснуться и потянуться – этого недостаточно для того, чтобы встретить новый день бодро. Символом позитива и хорошего настроения для белгородцев уже стала общегородская утренняя зарядка. Какие упражнения выполнят в эту субботу, узнаем прямо сейчас. Бег на месте как один из способов для разогрева мышц. Затем наклоны головы, туловища, махи руками и ногами. Упражнение по силам выполнить каждому, особенно в большой компании и на свежем воздухе. В этом уверена Ольга Бурцева. Она вместе с дочкой Катей пришла на спортивную площадку впервые. Мне очень нравится, что здесь под музыку движения очень интересные, необычные. Когда выполняешь их с кем-то, это намного легче и очень интересно. Зарядка просто супер. Буду приходить всегда сюда. Утреннюю гимнастику вместе с горожанами выполнила мастер спорта международного класса по плаванию, чемпионка России, серебряный призер чемпионата мира 2014 года, победительница Всемирной универсиады Маргарита Нестерова. Зарядка – это залог здорового начала дня и бодрости дня, вообще хорошего настроения. Сама зарядку я, как бы сказать, что не выполняю. У меня две тренировки в день, утром и вечером. Любые движения, которые человек совершает, это безусловно полезно, потому что надо развиваться не только, как бы говорят, ум, но, конечно, и тело надо поддерживать тоже физически хорошей форме. Проект «Общегородская утренняя зарядка» в Белгороде стартовал в 2011 году. Его воплощает в жизнь Управление молодежной политики городской администрации. К участию приглашают именитых спортсменов, которые своим примером показывают, что физические упражнения приносят пользу организму. Я сегодня пришел со своим сыном, потому что здоровый дух в здоровом теле должен закаляться с детства. Мы с ним уже и военно-патриотические мероприятия все проходим вместе, воспитываемся. Теперь пришли на другой этап спортивного воспитания. С каждым годом гимнастика на свежем воздухе набирает популярность. В этот раз на площадке в парке собрались около сотни горожан. Много эмоций. Очень понравилось. Заряжает энергией, радостью, как бы на весь день. Желаю всем делать зарядку по утрам. Занимайтесь зарядкой, занимайтесь спортом, и все будет хорошо у вас. Занятия на свежем воздухе проходят во всех 27 городских округах. Центральным местом сбора по-прежнему остается спортивная площадка в Парке Победы. Диана Калединова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.